1812 году после присоединения Бессарабии к России началась застройка Бендер по плану военного города. Уже через 6 лет был утвержден первый генплан застройки. Четкие прямоугольные кварталы и широкие, пересекающиеся под прямым углом улицы. 16 улиц, 8 вдоль Днестра и 8 перпендикулярно к ним. Под застройку отвели 480 десятин земли. Это чуть более 500 гектаров. Но из-за отсутствия землемера строительство велось несколько хаотично. И четкая геометрия первоначального плана была нарушена. Углы получились не совсем прямые, и кварталы были несколько скошены. И через 50 лет был составлен новый перспективный план развития Бендер. В центральной части города вот улицы, которые были заложены тогда, стали реконструироваться, то есть выравниваться, и строго под прямыми углами были, пересекались друг с другом. Такая планировка центральной части нашего города сохранилась и до сих пор. И не случайно в 80-е годы прошлого столетия наш город был занесен в 1000 городов, исторических городов Советского Союза, где центральная часть города входила в памятники архитектуры городов, и строительство, реконструкция строго запрещалось без особого разрешения или особой надобности. Прямая, как стрела, улица Ленина – это бывшая Харузинская и Андреевская, соединяет два вокзала – железнодорожный и речной. Названа она в честь генерал-губернатора Бессарабии Алексея Николаевича Харузина. Улица Калинина – бывшая Александровская, Суворова – Михайловская, Кирова – Константиновская. Улица Московская была Павловской, а улица Академика Федорова – в прошлом Загородный проспект. Улица Советская, или как в настоящее время называют ее Бендерский Арбат. В праздничные дни на этой мощеной по старинке пешеходной зоне разворачиваются выставки декоративно-прикладного искусства и творческие мастерские. И в будние дни здесь тоже витает ощущение праздника. Недаром она раньше называлась Дворянской. Именно здесь проживала городская элита, в том числе и дворянского сословия. А вела эта улица к духовному центру города, Преображенскому собору. Поэтому первоначально ее называли Соборной. Для того, чтобы подчеркнуть историзм нашего города, подчеркнуть то, что нашему городу более 600 лет, вот к 610-летней годовщине нашего города было решено вернуть или хотя бы напомнить горожанам старое название наших улиц. Единственная улица, которой не требуется табличка исторического аншлага, это улица Пушкина. Почти никогда она не меняла своего названия. Даже в годы 22-летней румынской оккупации никто не посмел посягнуть на память великого русского поэта. Румынские названия улиц на аншлагах, разумеется, не указаны. Информацию черпали из книг почетного гражданина города, краеведа и в прошлом директора музея Евгения Лобанова. Воплотить идею в реальность помогли специалисты предприятия господина «Формитель». Было пересмотрено несколько вариантов, остановились на черно-желтой цветовой гамме и на использовании недорогих материалов. Лариса Тарабина, Валерия Усвайская, Иван Селинский, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.